Привет, друзья! Расскажу вам, кстати, меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, расскажу вам, от чего меня тошнит в интернете. Вот такие сообщения мне приходят более 100 штук в день. Рада знакомству! Да ни хрена ты не рада! Буду рада видеть вас в друзьях! Рада видеть вас, друзья. Доброго времени суток. Обратите внимание, там как можно. Тра-ля-ля. Вот таким я всегда жму спам, просто даже время тратить неохота. Огромный солнечный привет. Рад знакомству. Принимаю вашу заявку в друзья. Ну и тра-ля-ля. И все однотипные. Хочу подарить вам видео. Можете рекламировать свой проект. Все в спам у меня пойдут. Дальше. Это не работает. Доброго времени суток. Здравствуйте. Благодарю, что добавились друзья. Рада видеть вас, друзья. Рада знакомству. Рада видеть вас, друзья. Очень приятно добавить нового друга. Огромный солнечный привет. Рад знакомству, если вас интересует. Ну, если меня интересует, я бы, наверное, сама обратилась. Ну, и вот таких вот собачек мы делаем, нажимая на спам. Доброго времени суток. Получайте биткоины и т.д. и т.п. Больше 100 сообщений мне приходит каждый день. Представляете, как меня тошнит уже от этого. Это не работает. Учитесь работать методом, как я. Приглашай, не приглашай. Это то же самое, что кошка, которая сидит в сторонке и мурлычет свою песенку. К ней подходят и ее гладят. Вот я та самая кошка, когда ко мне подходят и спрашивают: а как вступить в ваш проект? Дайте ссылочку. Вот и все. А как та собака, когда хозяин приходит, и она грязными лапами становится ему на штаны и пачкает. Вот это те собаки, которые пишут. Вот. Это то же самое. Поэтому учитесь работать, друзья. Если кто не умеет, я вас научу. Стоит 2000 рублей обучение. Работая методом приглашая, не приглашая. На этой программе еще можно зарабатывать 25% от продажи. Либо просто учиться. Всем пока.